Добрый день. Сегодня воскресенье. Смотрите, какая умиленная картина. Утро. Кошки поели и улеглись. Мурка тут, а Мурзик на окошко забрался. Мурзик-то тут с глазком проблема. Уже на неделю. Капаем ему. Что-то поцарапали ему глаза. Злобные коты. Я, ребят, сижу тут все. Телефон себе выбираю. В общем, ну, все, что мне нравится, стоит, короче, ну, почти тридцатку. Почти тридцатку, а денежек пока у меня нет. Ну, ладно, буду пока без телефона. Совсем какую-то фигню не хочется покупать, буду копить. Так, попьем сейчас. Я уже завтракала, но сейчас еще одну чашечку кофе выпью. Конечно, самое вкусное первое. Кстати, кофе покупала в Светофоре. Это уже не первая банка. Прям вот могу... У меня есть, в общем, один зритель, который... Извините, машинка там работает. Один зритель, который очень возбуждается на Светофор. Вот специально для него и для многих других хочу сказать, кофе ничем абсолютно не отличается от кофе, который мы покупаем в Пятерке. Единственное, здесь вот видите... Вот это название. Обычно в Пятерках вот другое название, вот, ну, как бы под название этого кофе, там Gold, что ли, обычно бывает. Но на вкус вообще абсолютнейший, ничем не отличается. Так что рекомендую всем покупать Светофор. Цена, по-моему, 241 рубль. В Пятерке даже по акции такой цены сейчас на это кофе нет. Так что покупала, покупаю и буду покупать. Несмотря на то, что ночью был дождь и сильный ветер, на улице довольно-таки тепло. И я хочу сделать пробный, вынести мусор и заодно сделать пробный выезд на велосипеде. Первый в этом сезоне. Воды в погребе, ребята, а дофига. Вот, смотрите, видите, по первую полку воды. Офигеть, наверное, сантиметров 30, так себе. Первоцветы уже пробиваются. И коровка вон лежит. Весна, весна. Мур дерет здесь когти. Девочка моя. Ребятки, доехала я до нашей школы Побединской и хотела вам показать, как идут дела на стройплощадке. Я уже несколько раз снимала, что у нас здесь будут строить спортивный комплекс. Уже стоят сваи, я не знаю, правильно ли я это называю. Здесь, конечно, жестко ездить, наверное, по грязюке по такой. Сейчас немножко подсохло. О, какие деревья, смотрите, выкручивали. Пни. Так вот выглядит стройка. Там вон техника. Здесь вот насыпан песок, там, ну и все такое. А здесь, видимо, что-то, что нельзя копать. Так что дела идут. Знаете, что еще хотела вам рассказать, пока не забыла? Мое разочарование в Рутубе и в Яндекс.Дзен. Я грузила туда последнее видео свое. Про скандал в автобусе. В оригинальном видео, которое я загружала на YouTube, оно не зашло ни на Яндекс.Дзен, ни на Рутуб. Потому что файл превышал максимально допустимый размер. То есть мне пришлось загрузить на YouTube, выгрузить с YouTube, оно уже было сконвертировано более в худшем качестве, и только тогда я смогла загрузить на Яндекс и на Рутуб. В условии того, что Ютуб, скорее всего, закроет, придется искать какие-то пути. Если файл будет длинный или тяжелый, то придется его как-то сжимать.
В общем, хотел вот это вам сказать, что есть еще большущие недоработки в Яндекс.Дзене и Рутубе. Я хочу проехать сейчас вот туда-туда и посмотреть, можно ли проехать. Я, конечно, сомневаюсь, что шел дождь и еще снег недавно сошел. А можно ли проехать куда-то подальше? Но погода очень теплая. Вот мне, я даже вот просто вот в футболочке и просто вот в такой вот, ну, флисовой кофточке, мне даже прям, я бы сказала, не холодно, а даже жарко. Да, нет, ребят, там не поедешь. Потому что здесь уже грязь, а дальше еще больше. Я приехала в наш парк. Хочу вам показать спортивную площадку, которую сделали. Я ее зимой показывала, но зимой как бы не информативно. Вот так она выглядит, тренажеры. Я, конечно, не очень знаю, как говорится, как всем этим пользоваться. Вот сюда надо заходить. Ну, это, наверное, мышцы качать, ножки. Это, наверное, тоже что-то типа... Так, мне только сейчас не упасть. И вот такие. Если их не развандалят, уже начали вандалить, то хорошо. Здесь такое вот покрытие. В общем, можно заниматься... Вот там, тут, наверное, может даже двоим можно заниматься. Я, конечно, не специалист, но у меня ощущение, что они все какие-то немножко однотипные. Какие-то на ноги. Велосипедик. Ну, у меня есть мой велосипедик. Смотрите, уж какие колеса грязные стали. Катаясь по Поповетинке, не могла не показать вам мою любимую аллею. Да, за зиму, конечно, здесь полно мусора. Но я думаю, наша администрация как-то справится с этим. Во всяком случае, в прошлом году даже с города администрация приезжала, тут убирали на субботники. Раньше, когда Строймаш работал, мы здесь убирали. Ну, мы не здесь, правда? А вон около завода и вот в этой канаве в этой. Тут здесь не было ни плитки, ничего. Здесь была просто такая дорожка. Так, на стадионе, я смотрю, лужи. То есть ни по полям, ни по грунтовым дорогам мне не удастся сегодня покататься. Потому что кругом грязь, лужи непроходимые. Я сейчас ехала, уже видела, мачеха растет кое-где. Первые цветочки. Ехала, тоже видела их. Мать и мачеха. Это самые первые, кто начинает цвести. Я хочу сказать, я бы еще покаталась. Но из-за того, что я ограничена только Победенькой, мне скучно по 10 раз по одному там маршруту, по одним и тем же улицам ездить. Я уже проехалась по всем улицам, каким могла. И, в общем, пойду поставлю велосипед. Мор здесь ходит. Домой, что ли, хочешь? А?
Сел, думал, у нас тут на лавках будет холодно. Не, ничего, так это тепло. Нормально. У нас в дворе, из-за того, что он такой тенистый, и дольше всех здесь сохраняется эта грязь. Уже как бы смотрю, люди там во дворах гребут, выгребают, собирают вот эту вот опавшую листву, мусор, который там накопился за зиму. А у нас нет. У нас еще, смотрите, вот такая вот грязь. Вот как она немножко подсохнет, тогда мы будем здесь субботничек делать. Так, я приехала. Сейчас буду обедать и смотреть что-нибудь, какой-нибудь видосик. Потом буду монтировать видео. Делала чебуреки вчера. Вот сейчас их немножко разогрела в микроволновке. Сама делала. И чай с лимоном. В общем, сейчас что-нибудь себе открою, посмотрю, поем. А потом смонтирую ролик. До скорых встреч. Всем кармы.